ходе рабочей поездки в Баткенскую область в рамках акции «Караван веры» глава Духовного управления мусульман Кыргызстана Замир Акиев встретился с жителями села Ахтерек Лейлекского района, сообщает Духовное управление мусульман. Муфти и священнослужители оказали материальную помощь имаму пострадавшего населенного пункта. Замир Акиев обратился к местным жителям, пострадавшим от селя, пожелав им терпения и отметив, что это испытание. Сельчане и муфти помолились, прочитав Коран, чтобы больше не было стихийных и других бедствий. Священнослужители передали семье Джиргалбека Мумунова помощь в виде 100 000 сомов.